Силы коалиции, возглавляемые Саудовской Аравией, нанесли в понедельник ряд авиаударов по позициям шиитских мятежников – хаоситов в Йемене. В том числе 4 удара в районе Харат на северо-западе страны. Как утверждает контролируемое хаоситами информационное агентство САБА, один из них пришелся по лагерю перемещенных лиц, где погибли десятки беженцев, в том числе женщины и дети. Министр иностранных дел Йемена Риад Ясин возложил вину за гибель мирных людей на шиитских боевиков. Они всегда стараются прикрыться так называемым «живым щитом». Хауситы занимают места, где есть мирные жители, жилые дома, и там устанавливают свое тяжелое вооружение. Также в понедельник египетские военные корабли обстреляли наступающие формирования хауситов в районе Адена. Шиитские повстанцы по-прежнему контролируют значительную часть Йемена, включая столицу Сана, и ведут наступление на Аден, который защищают части, верные президенту Абдраббу Мансуру Хади.